попить кофе. После столь трудной дороги. Так. Какой-то сигнал. Еще один чудесный денек. Не припомню, когда в последний раз был дождь или холод. Здесь всегда так хорошо. Еще один чудесный денек. Точка резонанса. Первая точка резонанса есть. Что, давайте отправимся. У нас есть один ключик, да, по-моему? Мы взяли. Посмотрим, что здесь можно сделать. Такс. Патроны для дробовика. Давайте. 4 штуки. Сделаем. Дымовой болт. Пускай будет один. Обычный болт. Давайте все 4. Оп. Вышел случайно. Посмотрим, что из улучшения. 325 у нас деталей. И можем сделать мы. Так, 400. А, чуть-чуть не хватает. Так, на дроп. 300. На дроп можно использовать для критического урона. Давайте-ка. Пять тысяч гелей у нас есть. Можно что-то одно покачать. Пора бы нам прекратить наши встречи, детектив. Нет уж. Давайте не будем мы прекращать наши встречи. Так, аптечку заберем. И один ключик используем. Отлично. Че, все, что ли, по максимуму? Так, что мы сделаем? Так, пинок. Позволяет отбрасывать от себя оглушенных врагов. Не действует на определенных врагов. Атаки ближнего боя, в том числе удары ножом и топором, наносят больше урона. А здесь... А, ну здесь не хватает нам. В принципе, и это тоже не хватает. На пинок. Только на пинок хватает. Ну давайте, пинок. F. Удар, когда отображается значок. Когда враг пошатнулся, в некоторых случаях пинок может сбить его с ног. Когда будет можно выполнить пинок, появится соответствующий значок. Нажмите F, чтобы пнуть врага. Все у нас. Кастелланос умеет пинаться. Что, давайте разок еще стрельнем, может что получится. В режим цепной атаки. А, надо было красным. Ну ладно.
что-то мне такое подсказывает, что нифига мы не выиграем. А еще и время кончается. Кажется, я все позабыл. Даже меньше, чем в прошлый раз. Давайте еще раз. Ух ты. Кажись, попёрло. Супер. Заказывается. Черные тоже можно сбивать. Сейчас мы настреляем. Вот уж не думал, что я настолько плох. Что за подстава? Получена награда «Зеленый гель» 2000. Сколько бы ни старались, все плохо, все плохо. Ладно. Давайте двигаться в мэрию. Посмотрим, что нас там ожидает. Так. Киска ничего не даст. Сейчас доберемся до точки резонанса, которая там у нас появилась на карте. Так, нам туда. Наверное, это мэрия. Надо остановить этого урода и спасти Лили. Опа-на. Это он. Черт! Ух ты! Да что это за хрень? Так, глава 5 ожидания. Что это за фигня? Не уверен, что я готов. Но отступать уже нельзя. Так, даст ли она нам пройти сюда? И все, да? Ладно. Я думал, что-нибудь нам вкусное дадут. Оказывается, нет. Что, давайте попробуем пройти. Перезарядимся на всякий случай. Возьмем дробаш.
за жесть? Если ничего не лежит, забраться можно. Что-то блестит, вижу. Отлично, порох. Дымовой болт взяли. Так, больше я ничего не наблюдаю. Ох ты, сколько трупов-то, а? Ничего, я доберусь до тебя. Фотография Себастьяна Кастеллануса, человек, похитивший Лили. Он сделал снимок у склада. Жду тебя. Значит, он будет на чеку. Эффект на ворота открылись. О, Господи, что? Черт. О, нет. Вот это задница, ребята. Черт, патронов-то. Фух. Он еще и угорает. Ух ты, бензин. Блин, по ногам ей вместо бензина. А ты что? Давай. Гори. Ох ты. Такой медленный-то, блин. Да чтоб тебя. Да куда ты полез, а? Давай беги сюда. Жесть. Лови. Ну-ка, давай-ка побегаем. Тебе в голову, а? Как тебе это? Приятно? Ах!
Ух ты! Спануло все-таки. Лови. А если еще раз? Так. Ух ты! Так тебе. Как тебе? Дробь на вкус, а? Ей все смешно, а? Куда полез? Черт. Блин, патронов нет. Три патрона на снайперской. Два патрона. Да чтоб тебе. Что? Да куда ты все лезешь-то, а? Скалолаз. Да ладно, прикончили. Точно. Вот и лежи. Все, друзья, патронов нихт. Ни там, ни здесь. У нас еще арбалет есть. Так, сколько же за тебя дадут, а? 5000. Так-с. Давайте-ка здесь исследуем. Чё ты такой резвый-то, а? Кстати, можно было ее и сюда загнать. Здесь какая-то растяжка. Патроны. Для пистолета целых два. Вот растяжка. Как-то все тут без растяжек. Отлично, патроны хотя бы для пистолета, блин, взяли. Ух ты, вот это ценная вещь. Вот какой дисклад, а. Так, что здесь еще есть? Отлично. Взрывной болт взяли. Можно было
опрокинуть. Здесь у нас нет ничего. Так, а вот эта штука... А, не забраться. Я думал, эта штука здесь неспроста. Что, вроде... Вот еще. Что, вроде все собрали? Блин, где не надо, он лезет. Где надо, он не может залезть. Что, давайте войдем в мэрию. Кто-то живой. А интересно, от этой штуковины можно было убежать просто тупо? Welcome to... Old City, что ли, там написано? Кто это? Все хорошо. Ты Харрисон, да? Я не из них. Кто ты? Не бойся. Меня послал Анил. Я думал, что больше никого не осталось. Я ищу ядро. Где она? Она здесь? Второй этаж. Излучатель стабильного поля. Излучатель? Да плевать на него. Я должен найти ядро. Нужно включить излучатель. Он стабилизирует среду. Иначе Юнион распадется на куски. И ядро уже не поможет. Включи. Излучатель снизит его силу. Его силу? То есть... Возьми. Это чтобы включить излучатель. Коммуникатор Харрисона. Этот коммуникатор отдал вам перед смертью Майлз Харрисон. Его можно использовать для запуска излучателя стабильного поля. Еще один из группы мертв. Жаль, что я не узнал от него больше. Не бойся, Лили. Я все равно найду тебя. Так, найдите и активируйте излучатель стабильного поля на втором этаже мэрии. Что, надо добраться теперь на второй этаж? Карта. Ух ты. Аптечка. Отлично. Давайте пойдем сюда. Так, стоит фотоаппарат, но ничего не делает, да? Здесь что у нас? Давайте сюда еще сходим. И здесь у нас фотоаппарат. Mail room. Написано было. Пусто. Так, отчет 009-77. Структурные нарушения. Касательно отчет. Установка дополнения приостановлена. Первоочередная задача удержаться в рамках базовой карты. Помимо расхождения участков почты и утраты атмосферного контроля, потеряно управление над имитацией дневного освещения. Приняты меры по восстановлению контроля, но указанные проблемы продолжают усугубляться. И у жителей
переписывается память, также отмечается случай необъяснимых психических патологий, дисморфофобии и вспышек агрессивности. Так, как тебе перелистнуть-то? Вниз, вверх? А, ну, так. Ждем рекомендаций. Понятно. На сохранение и верстак. Что можем собрать? Так, давайте два патрончика дробовику. Что у нас еще? Давайте электроболт. У нас всего один. Так, нужен дымовой болт. Хотя мы им не пользуемся. Ну ладно. Так вот. Но улучшений у нас нет. Так, у нас там была еще одна дверь. И здесь вниз. Карта. Что у нас с карты? Недоступно. Блин. Куда идти-то? Давайте-ка просто откроем дверьку, посмотрим. Это его почерк. Он точно где-то здесь. Есть здесь что-нибудь интересного? Обана. Блин, что-то не хочу я туда лезть, пока какая-то фигня там пробежала. Давайте спустимся тогда вниз еще. Ну, блин. Тут закрыто. Надо ж так. Ну что, тогда идем туда. Еще перезарядим. Что у нас там? Так, электрический поставим. Наверное, надо аптечку использовать. Потому что там фигня какая-то бегает. Непонятная. Я думаю, будет лучше перезарядиться. Зубы, блин. Здесь у нас есть что-нибудь? Пусто.
Отлично. Так, поднимаемся наверх. Блин, даже не знаешь, чего ожидать-то от этой игры. Это еще что? А это что? Камера просто древняя. Это неспроста. Так. И что? Ничего. Что я упустил? Что же мы упустили-то? Так, а вот и картина, да? Похоже. Так, здесь она стоит спиной, во-первых. Во-вторых, нету розы и ожерелья. Красивые цветы, но есть в них что-то неправильное. И у вас появляется чувство, что шипы лучше не трогать. И вот ожерелье. В это дорогое на вид колье вправлен крупный драгоценный камень. Так. Поставить розу, надеть ожерелье, еще и вращать. Наверное, как-то так. Давайте попробуем. И что там-то, фокусировка, да? Фокусируемся на передний план. В принципе, я думаю, несложно. Вот так. Почему-то я так и думал. Так, 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 так. Что за звуки? Тикают. Но маятник не двигается. Вау. Ах, как такое вообще в голову приходит? Жесть, а не картина, короче. Так, а это что? Статья в Crimson Post. Найдено еще одно обезглавленное тело. Как сообщили из полиции, сегодня утром в парке Crimson City найдено тело женщины. Жертвой оказалась Эмили Льюис, начинающая модель и актриса. Ее голову до сих пор не обнаружили, личной жертве удалось установить по ее вещам, оставшимся на месте преступления. Очередное нераскрытое убийство, совершенное преступником с определенным почерком. Во время пресс-конференции лейтенант Джеймс Ван Кирк из уголовного розыска подтвердил худшие подозрения. В Кринсон-Сити орудует серийный убийца. Друг Эмили, фотограф Стефано Валентини, был потрясен известием о ее смерти. Ужасное несчастье постигло мою любимую модель, но я хотя бы успел запечатлеть ее образ, пока она была жива. Это я помню. Дело так и не раскрыли. Оцени шедевр. Ладно,
Я сыграю в твою игру, если это поможет добраться до тебя. Так, что за шедевр? Да что такое-то? Жесть, жесть. Ёп-моё. Включим фонарик. Что-то аж мурашки по коже. Настоящий шедевр. Иначе быть не могу. Это же мое творение, как-никак. Смерть, сохраненная в нитрате серебра, как ножка в янтаре. Прекрасно. Ну и... Так, здесь пусто. Опа. Вот и дверь. Так, взяли гвозди. Чемоданчики какие-то лежат. Фотография мертвого сотрудника Мебиуса. Агент Мебиуса в холле мэрии, превращенный в застывший кадр. Бедный сукин сын. Если бы он уже не был мертв, когда падал, то падение было точно его. Он бы не пережил. Еще фото. К чему он ведет? Так, а там что-то лежит. Я думал, двигать придется. Засранец этот. Так, здесь ничего. Ну, давай. Я бы тебе пустил пулю в лоб.
Ой, не люблю я такие места. Жерелья, розы. Че за фигня? О боже! Что это за твари? Я надеюсь, они не живут. Вон, на них что-то шевелится еще. Так. Что здесь сделать? Записка. На чем-то вроде открытки небрежно нацарапано. Они были слишком прекрасны, чтобы оставить на улице. Я не мог не выставить их. Жаль, что автор не я. Но приятно, что здесь кроме меня есть и другие художники. Опять эта кукла здесь валяется. Вот, патроны набираем. Что ты сейчас будет? Че за фигня? И че за звуки? Требуется авторизация. Подключите терминал с правом доступа. Терминал? Видимо, коммуникатор. Запущен процесс перезапуска. Нифига себе штуковина. Ты так долго меня разыскивал, и я пришел. Но постой, ты же ищешь не меня, верно? Нет, девочку. Это даже обидно. Но как обижаться? Не только ты стремишься заполучить ее силу. Есть еще кое-кто, куда более достойный. Способны заплатить цену, которая тебе и не снилась. Уж прости, твоя ставка перебита. Страх. Ты излучаешь страх. Это прекрасно. Но это еще не закончено. Меня зовут Стефано. А ты станешь моим шедевром. Ах ты, сволочь! Нехило он так его порезал. А это что? Обскура написано. Запущен процесс перезапуска. Перезапуск через 90 секунд. Эта тварь прерывает запуск излучателя.
Так, ты где? Воу. Какая-то быстрая. Так. Давай-ка мы выберем. Не излучатель-то не запустить, что ли? Ё-моё! Блин, в лампочку попал. Ну где ты, тварь? Дай-ка я тебе сейчас пальну. Теперь процесс пойдет. Надо не давать этой твари остановить запуск. Перезапуск через 80 секунд. Воу, какая она резвая-то. Перезапуск через 70 секунд. Ах ты, тварь-то. Блин, один патрон. Перезапуск через 50 секунд. Перезапуск через 40. Тварь. А, промазал, блин. Блин, куда ты? Блин, два патрона. Черт. Через 10 секунд. Воу. Давай, 3 секунды. Одна. Перезапуск излучателя. Что за жесть? Процедура стабилизации завершена. Отлично. Я спас свою шкуру. Но что делать дальше? Если он исчез, то наверняка вместе с Лили. Куда же он ее забрал? Нужно поставить в известность Кидману. Черт. Может, снаружи поймаю сигнал? Ну что, теперь надо выйти из мэрии? Да, друзья. Два босса. В принципе, если отработать тактику, они не такие уж и сложные. Правда, только что нас будет ждать дальше сейчас? Заперто. Так, тоже закрытая дверь. Цветочек. Вон там сумочка.
за ползель. Управление социума Юнина. Создание видимости контроля для поддержания довольства и законопослушных настроений у населения необходимо принять бюрократические меры и усилить иллюзию эффективности в связи с этим. Мэрия будет выполнять функции градоуправления внешне. Так, каждый житель должен будет заполнить несколько заявлений и заплатить пошлины. Соответствующие формы заявления разрабатываются. Будут проведены выборы мэра, но время которых жители проголосуют за... Ну что ты листаешь-то? О. Так, за двоих наших агентов. По подобию стандартных выборов в настоящем мире. Новое дополнение будет включать режим американо с ретро... параметрами на уровне 30%, что придаст жителям больше уюта, что ли? Блин, вообще вышел. Что-то нифига не перелистывается. Непонятно почему. Не могу поверить, что эти ублюдки использовали Лили в своих экспериментах. Им хватило наглости послать меня разгребать последствия. Нет, они реально больные. Да не то слово. Так. Так, ладно. Так, здесь все пусто, что ли? Ух ты. Я вижу статуэтку. Не зря мы сюда зашли. Отлично, ключик. Так, интересно, там-то можно теперь пройти? Или также закрыто? Также закрыто. Печалька. Так, что можем создать? Взрывной болт, аж две штуки. Шприц один. Надо выходить отсюда, наверное, я так думаю. Так, здесь больше ничего не лежит, да? Давайте выйдем.